Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, и здесь опять почему-то у меня прибавился звук. Far Cry, я не понимаю почему, но он прибавляет... то есть вот как оно, да? Вот из-за этого ты работаешь? Или как? Почему? Одну секунду, ребята, одну секунду. Я не знаю, почему так случается, но как я только зашел в игру, у меня опять микрофон прибавился, чувствительность прибавилась. В первой серии говорил, что для чего я делаю. Окей. Мы с вами прошли небольшой пролог по Far Cry 6. И, собственно, сейчас будем продолжать проходить пролог. Я так думаю, что это еще все еще вводные миссии. Готовы нам помочь. Есть разговор. А что так все красно? Красно, красно все так. Красно вокруг. Сейчас я ящики пособираю. Футбол с боеприпасами. Опа. Опачки, да? Опачки. Так, и что тут у нас? Повстанческая защита. О, теперь мы как выглядим более-менее опрятные бомжи. Ты не из наших. Так, ну ладно, пойдемте задание возьмем. Что там нам надо сжечь вроде как? Дани. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес был шпионом еще до прихода Кастильо к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечений на ЦРУ и Моссад. Хуан мой учитель. А еще конченый псих и пьяница. Когда все пошло наперекосяк, он счел это личным поражением и ушел из лагеря. Сальдадо с Кастильо мечтают сцапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен Либертат, Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенькая. Он собрал для нас несколько гарнитур. Возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Собрать ракету из формочки для льда, ну, это, знаешь, это немножечко привлечение, как бы, да? Найди Хуана Кортеса и приведи его обратно в наш лагерь. Пусть Хуан и неуравновешенный алкаш, без него нам не справится. Он сейчас в рыбацкой деревне. Дани, убеди Хуана вновь помочь революции. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Ну, будем ты надеяться. Ты позволишь этой сингаде остаться? А в чем дело, Хули? Дело в том, Клара, что у нас тут не богадельня. Дани будет здесь, пока помогает нам. Это не подачка, а взаимовыгодный обмен. Но ты ее даже не знаешь. Глупо отказываться от помощи. Нам нужны бойцы. Вот и все. По-твоему, эта девчонка боец? Скоро мы это выясним. Я как бы здесь стою. Потрепанный реферат. Слезы Яры. Так, это мы читали. А вот это не читали, по-моему. Напечатанные заметки из полевого журнала. Вторжение провалилось. Мало того, что мы слишком быстро лишились поддержки с воздуха, но когда еще их флот засек наш корабль, прежде чем мы добрались до берега, все было кончено. Либертат еще только предстоит научиться воевать и терпеть поражение. Не каждый бой кончится победой, и нельзя позволять себе раскисать. Мне снится папа, он ничего не говорит, он почти ничего не говорил мне и наяву, так что тут ничего нового. Мне снится, что он стоит посреди лагеря и смотрит на меня. Так он смотрел, когда меня впервые арестовали за протесты. Ну и хрен с ним. Если он мне сегодня еще раз приснится, начну стрелять. Я бы сейчас все отдала, хоть за плохонькую победу. Окей. Теперь вам доступен журнал. С его помощью можно отслеживать свою цель. Так, ага. Вот куда нам бежать. Окей. Так, а я могу кататься здесь?
Здесь, если радио включать, права быстро мне залетят или нет? Так. У нас винтовочка. Нет? Ничего такая. Фал. Ос. Приколы с первой серии, если вдруг ты не видел. И, короче, перед тем, как включать запись, надо будет мне все время микрофон тыркать. Дани, как связь? Ты меня слышишь? Прием. Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. И как? Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте. А как убрать? А, убрать оружие. Уберите оружие, чтобы не привлекать к себе внимание. Для этого воспользуйтесь Q, удерживание селектором оружия. А если вы подойдете к солдатам слишком близко, то все равно вызовете подозрение. Быстро вытащите оружие можно с помощью левой кнопки мыши. А, вот так вот. Окей. Хорошо. Ну, я не знаю, я ловлю флешбеки Far Cry 3, вот именно по дизайну, по всей этой вот шняге. Ну, атмосфере, наверное, так вот. Шарм и атмосфера Far Cry 3. Тут играет какая-то мелодия. Взять металл. Топливо. А как это... Можно это как-то взорвать? Или это аванпост? Или что? Что происходит? Ничего, устроим небольшой замес. Ащ. Так, Песа. Изъяны превращают честных людей в мятежных. Мы должны избавиться от изъяна. Превыше всего долг. Бдительность. Правда. Вот добродетели истинных иерархов. Кредо нашего рая. Это аванпост или нет? Я не понимаю, подожди. То есть мне нужно зачищать все это? Имею в виду, как мне поставить свой флаг? Да блять. А можно без музыки, пожалуйста? Потому что меня бесит это вот. Эль президенто. Хуенто боменто. Ладно. Ох ты! Это что такое, блядь? Так. А как музыку отключить? Как отключить музыку? Музыку. Музыку отключить. А, можно выпрыгивать, я понял. Как отключать музыку? Настройки. Контроль. Так, нет. Мышь, клавиатура. Транспорт.
Поворот, сигнал. Оружие, контрмеры. Скрыть управление. Вот. Нихуя себе кнопка какая. А можно что-нибудь попроще поставить? Я не знаю, там, допустим, какое-нибудь равно. Будет все равно поближе. Так, надо запомнить, на равно выключать радио. Чувствую, на права тут можно залететь. Так, Армония. Мы ищем человека по имени Хуан Кортес. Впервые слышу. А как он выглядит? Вы в зоне поисков. Документы. У меня их с собой нет, сеньор. Вот как? Это серьезное преступление. Простите. Наверное, оставила дома. Мне придется доложить об этом. Нет. Por favor, сеньора. Мы ведь можем договориться. Клара Кисти. Я заберу твою лошадь. Эй, пес, ты что делаешь? Чудесная псинка. Чудесная псинка, сука. Похоже, это Хуан. Похоже. Похоже. Опять музыка играет. Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Кирате, Чечне. Хуан. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Да, гуапо. Правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, гуапо? Гуапо. Тут тебе не зоопарк, Абуэлло. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсела, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Не, ну это забавно. Окей. Вот ведь крыса. Да хватит плеваться, заебал. Что за хрень? Си, ты явно нравишься гуапо. А я испортил хорошую книгу. А нахуя? Буэно ми сосиос, вамонос. Типа он глушитель так сделал. Кажется, через книжку? Мы здесь как-то загостились. Ой-ой-ой. Вижу! Прикрой! Сиди, сражайся! Стреляю! Хватит уже играть с едой, гуапо! Глотай! Так, ладно, давай-ка валить, пока сюда не собралась вся эта их сраная армия. Я пьян, но не до такой степени. Я за тобой, старик. Так, тут какой-то восклицательный знак. Погоди, погоди.
Награда: взять мертвым или еще более мертвым. Убейте эту проклятую свинью. Формально земля, которую этот камемерда считает своим домом, принадлежит мне. Думаете, я бывал там в этом месяце? Думаете, посадил там что-нибудь в этом году? Нет. Гаденыш потешается надо мной, дразнит меня. Он оторвал руку моему лучшему другу. Убейте эту тварь. Я заплачу вам 1000 песо. А если взорвете так, чтобы от него и мокрого места не осталось, получите долю на ферме. А Бустаманте. Бустаманте. Логово Мамутито. Обнаружено новое место для охоты. Окей, это получается доп-квесты у нас, да? Что такое у нас? Что такое валяется? Это что такое? Не знаю, ладно. Так, собираем. О! Обломки транспорта, боеприпасы. Пойдем уже. Да пойдем, пойдем, съебал. Хуапу хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Какие охуенные тут диалоги, я в шоке. Ладно, надо сваливать отсюда. Эй, иди сюда, крокодилья морда. А нихуя себе, у тебя еще золотой клык есть. Ты че, мажор, блядь? Хватит прохлаждаться, вперед! Видно, что не впервые пушку держишь. Блядь, знаешь, сколько я Far Cry прошел? Да. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтра. А Хуан Кортес разбивает... Подожди. Новый план, Дани. Вамос. По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? А, это где я замес устроил, да? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровала? Порох и клей Супремо. Это как Сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты с оружием, я или нет, военные меня пристрелят. Гуапо, иди! Убери Мада. Оружие! Народ, живо! Че, он всех сожрал? Сюда. Гуапа хорош. А, вот, на С. Блять. Оказывается, на С можно присаживаться и не держать кнопку. Прикинь. Я только что это выяснил. Я молодец. Думаю, это пригодится. Ой, опять хуй-то так. Украсть припасы. Так. И что ты будешь с этим делать, Хуан? Клей Супрема. Еще хлам для Хуана. Если кто-то в семье собьется с пути. Оказывается, это была сюжетная часть, а мы ее зачистили немного раньше. Правда, здесь не было предметов. Ну ладно. Так, винтовка. МС-16С. Я нашла твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Лишь тогда. Это что, мощненько, что ли? Что-то похоже. Так, ну вот тачка я, в принципе, все подогнал еще заранее. Специально. Так, водителя.
Включаем музыку. Вернись к Хуану. Ну давай, садись. Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? То есть в машину не садится. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило восьмое. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пыталась уплыть с беженцами, но без толку. Да-да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жила в приюте в Эсперансе. Потом служила в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило 20-е. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Гуляющий звук, конечно, меня очень бесит. Ну да. То есть я должен бежать рядом с ним, чтобы слышать. Яранцы. Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Коньё. Если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да, пока что точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили, а починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает, но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так. Звук, конечно, бесит. Очень стрёмный. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, Хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани. Правило 11. Для повстанца ресольвить – это непросто. Выживать любой ценой. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Резольвить. Это какое-то специальное слово? Пора научить тебя ресольвить, Дани. А, ресольвить. 6 лет я поставила на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Для повстанца ресольвить – это не просто выживать. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Это типа крафт они так называют? Продолжай. Верстак, лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Давай займемся оружием. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Ща исправим. Правило 9. Используй подходящие средства. Иногда по ночам я спрашиваю себя. Хуан, как можно убивать людей быстрее? Ответ – стрелять по незащищенным. Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Пули летят прямо и пробивают кевлар. Класс! Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Теперь бабах! Видишь, как просто? Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящая засранка. Верстак твой друг, Дани. Друг с привилегиями. Это да. Так, ячейка модификации. Ух ты, блядь. Все закрыто. А как это открыть? А, компоненты нужны.
Стандартные патроны, бронебойные, для незащищенных целей. Ага. Ячейка дула. А чего не хватает? Порох. Да, будет порох, и можно будет собирать. Ладно. Черт. Процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. Операция завершена. Хуан такой один. Ресальверское оружие и сбор утиля. Создавайте и улучшайте ресальверское оружие на верстаке, используя компоненты. Компоненты можно получить, похищая грузы военных. Охотитесь, чтобы обменять добычу на компоненты. Утилишки? Кто? Кто? Кто въебывается? Кому поебал дать? Иди давай. Так, ну следующий квест у него. Выведи Гуапа погулять, если хочешь. Дани, у меня на тебя большие планы. Но сначала принеси мне кое-что. И что же мне нужно принести, Хуан, спросишь ты? Скажу лишь одно. Не надо с этим говорить, есть его или пихать в штаны. Но, Хуан, спросишь ты, где мне это искать? Отправляйся к радиовышке, оттуда на север. Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Могу отметить на карте. Там моя связная все объяснит. И еще, если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащила меня со дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спасла мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже. Прикол в том, что, типа, у него, блядь, что, татуировка матрешки? Что? Он говорит, что его вытащили мы со дна бутылки, но он сейчас стоит с сигарой и опять продолжает пить. Окей, умереть рано из-за урана. Каламбурчик залетел, да? Твое первое задание, Даня, радуйся и постарайся не погибнуть. Мне тут нужно кое-что украсть. Встреться с моим контактом, который тебе расскажет, куда идти и что делать. Вопросы есть? Нет? Хорошо. Заебись. Не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. Ты вроде новенькая. Нихуя себе, ты видел сейчас этот флекс был? Ха. Так, это у нас... Ага, винтовка бронебойная получается. Есть просто автоматик. И есть пистолет. Окей. На винтовку бы прицел повесить. Это было бы вообще замечательно. Ой, здесь что, конь стоит? Здесь коняшка есть? Ух ты! Конь. Вперед! Черт, не ездила на лошади с курса молодого бойца. А, это кайф. Тут можно по таким тропинкам на этом коне скакать. Ой, даже галопом можно. Слушай, ну это прикольно. Вообще кайф. Потише. Я убил коня? А что случилось? Я просто нажал, типа, слезть, а она прыгнула с него. Надо. Я до сих пор в шоке, типа, что произошло. Блять. Что ж ты меня пугаешь? Не пугай меня. Так, ну подожди, конь вроде живой стоит, он просто, типа, снес.
снес вывеску. Vamos. Хорошая ошибка. Помедленнее. Ой, guarda tu arma. Так, а что здесь? А, здесь, короче, много ресурсов вкусных. Я понял. Что конь делает? Ты рушишь электростанцию, эй, конь? Оружие задолбало уже. Так, а желтый конь это что значит? Ой, какой хороший хэт я поставил. Даже без... оптики. Собаки. Дани, пара слов о тирании. Из-за КПП народ не может спокойно ездить по Яре. Попробуй, сразу порвешь шины о шипы. Ну, если у тебя не лошадь. Си, в Эсперансе я на это насмотрелась. Зачищай КПП, уничтожай билборды. И Либертад восстанет из пепла. Спасибо большое. Пустяки. Ой, а что перегревается-то? Везде музыка играет, что за дерьмо? Я не хочу на права залетать. До свидания. Алло. О-о-о, до свидания. Да и... ёб твою, блядь. КПП. Остерегайтесь дорожных шипов. Проехав через КПП на большой скорости, вы рискуете проколоть шины. Чтобы захватить КПП, избавьтесь от солдат и уничтожьте билборд ФНД. После захвата КПП вам станет доступен транспорт и разведчик повстанцев. Похуй! Чилим. Отличиться. Нихуя себе ты лечишься. Лапа, жрать! Обмен веществ рептилии. Испытание обновлено. 2 из 50. А, гуапа тоже. Гуапа! Надо покормить гуапа. А то у него что-то мало. Это дракоша. КП. Дракоша, ебать. А реген идет у него? А, ну идет. Так. Восполняем. Нам тут ни к чему.
Опять музыка играет. Требуется ключ от КПП в Сагардо. А где мне взять этот ключ? Где взять ключ? А вот и ключ. Мы взяли ключ. И теперь открываем. Оп-оп-оп. Так, хорошо. SRA японского производства. Снайперская винтовка. Это у нас что у нас? Воу-в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 оу
Блять, проебал взрыв. Там кто-то ползал, кстати. Куда там делся этот членосос? Хуан, я зачистила КПП. Приятно было, нет? И ты заслужила признание повстанцев. Так держать, Дани. Фига! Ну что, че? Мерда! Че за хуйня? Фига! Вижу врага! Матка, прикройте меня! Что за говно? Это снайперская винтовка называется? Дерьмище какое-то. Не снайперская винтовка. Кто? Ты нормальный пес? Или плохой пес? А почему? Почему деретесь? А, ну песику пиздец. Там не было шансов? Крокодил против пса? Серьезно? Я до конца еще не понял все механики игры, но знаешь, вот это вот, то, что стреляешь со снайперской винтовки, а она нихуя ничего, это говно. Что-то, ну, вообще непривычно. Ну, не кайф. Так, что по времени у нас тут? Все более-менее. Давайте-ка мы с вами все-таки дойдем до связного, пообщаемся с ним. Посмотрим, что будет дальше. Ну так получается, на коняшке надо передвигаться. Это самое. Самый удобный вариант. А, мне еще на вышку лезть, как обычно, да? Я нашла башню. Теперь ищи ход повстанцев. Он приведет к моему связному. Си, выдвигаюсь. А типа ветер здесь колышет. Чё так мотает ее? Аж голова кружится. Так, клей супрему, что-то еще. А я могу прыгать? Или я умру? Так, спуститься. Угу.
Ну, короче, здесь с лутом будет очень много всяких вещей. Вызвать коня здесь можно. Давайте вызовем. Ой, тут можно и рассветочку еще взять. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте серенького возьмем. Вызвать? Привет, лошадь. Тебя зовут лошадь? Лошадь. Не бойся, не обижу. Но! Нет, да? Ты не пойдешь? Нет дороги. Кони, учись! Смотри, как надо делать. Смотри, блядь. Вахуй. Хуан подробно тебя описал. Меня зовут Райса. И сегодня я помогу тебе обокрасть Кастилью. Расскажешь, что именно я буду красть? Обедненный уран. Прости, мне показалось, ты сказала уран? Не показалось. Слушай, чтобы найти эту хрень для Хуана, я пожертвовала последними связями в армии. Ты служила? А кто не служил? Ладно. Скажи мне, где искать. Сперва возьми парашют. Уж поверь, пригодится. Я отведу тебя в старый испанский форт. Там хранят то, что тебе нужно. Парашют. Окей. Призывник или доброволец? Призывник. Меня выбрали. Пришлось отслужить. А ты? Доброволец. Я хотела одного — быть солдатом. Носить форму, служить своей стране, все дела. Но оказалось, что Кастильо нужны только фашисты, которые будут смотреть ему в рот. И ты его предала. Угу. И не только я. На сторожевой башне несет дозор солдат. Он даст нам на нее подняться, и мы сможем осмотреть форт. Еще этот тип сливает инфу. А чего он хочет? Во-первых, выжить. Так что держи оружие в кобуре, или он начнет стрелять. Во-вторых, за небольшую сумму он подкинет нам разведданные. Ясно. Убрать пушку, достать песо. Подкуп двойных агентов. Некоторые солдаты двойные агенты ФНД. У них есть ценная информация. Прежде чем подойти к ним, уберите оружие. Для этого воспользуйтесь Q. А подкупите двойного агента ФНД иранскими песо. Задача не выполнена. Какого хера? Он же мог поделиться ценной инфой. Пойдем, не будем терять время. Ну как-то пораньше надо было предупреждать. Суки, блядь. Еще подставили меня. Я вижу солдата, я его убиваю. Все просто. Я нету вот этого вот. Подойти, думать, разговаривать. Воспользуйся телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Разведка. Воспользуйтесь камерой телефона, чтобы разведать местность и отметить солдат. Отметив солдат, вы узнаете их слабые места. Используйте верстак, чтобы создавать и выбирать различные боеприпасы для своего оружия. Так, телефон X. Окей. Задать точку маршрута. Бронебойные. А вот и местный командир. У Альвареса ключ от оружейной. Осторожно, Дани. У него выше ранг, а значит лучше подготовка. Этот быстрее жмет на курок и вообще живучий засранец. Интересно, вы объяснили вот эту ранговую систему, да? Этот форт – самая защищенная база на острове. Солдатам выдали броню и шлемы. Но бронебойным патронам это по силам. Изготовь на верстаке, если их у тебя нет. А потом стащи этот уран. Окей, я вот тут что может думаю. Может пригодится парашют, что я тебе дала. Только прямо посреди форта не приземляйся. Ну, это мы сделаем. Обязательно.
Мы сейчас, давайте, подготовимся. Основное оружие. Так, вот, снайперская винтовка. У тебя есть бронебойные? Я бы хотел бронебойные, если честно. Брелоки. Ячейка прицела. Ресольверский боевой оптический. Порох опять нету, да что ж ты, бля. Так, а если на фау можно поставить? Во. Я бы вообще везде бронебойные ставил, честно. Сальверский глушитель. И на пистолет бы я поставил тоже бронебойные. Ну а хули? Блядь, тут нельзя. Вот. Давайте вот тут, собственно, мы и закончим с вами. Там ящик внизу что-то есть. Черт. А что происходит? Что происходит? А. Я в норме. Да, я просто уебался. А как открыть парашют? А, вот так. А, ну ладно. Хорошо, что я не помер хоть. Ботинки с боеприпасами. Отлично. Что, по стелсу, что ли, пойти? Я даже не знаю. Давайте-ка мы закончим на крыше, как и планировали. Ящик мы просто забрали. И вот тут, в принципе, закончим. Надеюсь, здесь автосохранение какое-нибудь было. А, вот еще записочка есть. Результаты слежки. Кое-какую хрень они до сих пор не исправили. Пещеру почти никто не охраняет. Походу думают, что повстанцы не умеют плавать. Можно пройти через электростанцию, которую будто специально оставили без охраны. Уран держит в оружейной. Капитан Альмарес держит ключ при себе. Но зуб даю, дубликат до сих пор лежит в его офисе. Все прям как по инструкции. Сами подставляют спину под нож. Ага, то есть у нас тут информации полно. То есть можно через воду пройти, через пещеру. Можно вообще по стелсу, можно ворваться. Можно даже у него не убивать, не забирать ключ, а тупо просто взять его дубликат в офисе. То есть, в принципе, вариации есть. Ну, а с ними мы уже познакомимся в следующий раз. Блин, мне бы сохраниться, знаешь что? А, вот, автосохранение вроде было. Все, отлично. Попробуем в следующий раз, наверное, через пещеру пойдем. Я бы, конечно, прям напрямую бы туда закидывался и всех бы вырезал, но посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Ну что, пока что игрушка разгоняется, и она, в принципе, ну, неплоха. По крайней мере, восприятие есть что-то вот среднее между пятым и третьим Far Cry. Вот что-то такое есть по вайбу, по крайней мере, точно. Как оно дальше будет, поглядим, увидим. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком, а канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.